У Петра Первого был огромный член. Записывайте, чего сидите, этот вопрос по-любому будет на ЕГЭ. Сергей Степанович, откуда вы это знаете? Я это знаю, потому что я читаю много исторической литературы, а еще у меня есть машина времени. Кто меня побеспокоил? Это я. А, это опять ты, снова хочешь царских мудей отведать? Тихо ты, здесь дети, просто покажи. Вот этим детишке он и прорубил окно в Европу. Есть еще какие-нибудь вопросы? Да, скажите, Петр Первый, а это правда, что это вы привезли в Россию Ганджубас? Ха-ха, а я что, похож на наркомана? Ну, вообще, да. Чё ты сказал? А ну иди сюда, педрила мелкий, я тебе сейчас покажу, да! Да успокойся ты, это всего лишь ребенок. А я, сука, император, понятно? Так что заткни свою хлебало, чмо малолетнее! Давай, отправляй меня обратно, устроили здесь, блять, прескон...